Сериал «Рыжая» открыл зрителям молодую и талантливую актрису Марию Луговую. Ее исполнение «Слепая пианистка» тронула до глубины души большую часть аудитории. Такая трогательная роль принесла актрисе признание и любовь поклонников, а вместе с этим и востребованность среди режиссеров. В последующие годы она снялась в весьма популярных проектах «Елки», «Перевал Дятлова», «Охота на дьявола» и многих других. Кроме этого, артистка участвовала в телешоу «Ледниковый период». В личной жизни девушки тоже все сложилось. Она вышла замуж за Сергея Лавыгина, известного всем по роли Сеней сериала «Кухня». А летом 2022-го Мария стала мамой. У пары родилась дочь Марта. Также стоит отметить, что с годами Луговая стала только краше. В этой утонченной леди не узнать полюбившуюся всем пианистку. А что скажете вы,